В регионе продолжается борьба с саранчевыми вредителями. Идет обследование и химическая обработка полей. Особенно остро стоит вопрос в южных регионах. Накануне там побывал министр сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров. Расскажем подробнее. В этом году в Кустанайской области ожидается активное распространение саранчевых. Поэтому меры по предупреждению размножения вредителей начали принимать заблаговременно. Всего планируют обработать около 800 тысяч гектаров. На сегодняшний день охватили более 120 тысяч. В связи с погодными условиями химическая обработка в этих регионах проводится в утреннее и вечернее время. Об этом докладывают министру сельского хозяйства республики. Вот из них вот 10 это дельтапланы сверхлегкие, 6 самолетов, 20 газогенераторов. Но потребность на сегодняшний день по заселенности пока то, что используем, 55. А остальные они на готове стоят. В любой момент мы можем их задействовать. Плюс имеется у каждого подрядчика, вот у них, у поставщиков услуг, резервная техника еще есть. Если дополнительно потребуется, они нам еще поставят. В процессе обработки и обследования задействовано около 500 человек. Стоит отметить, что 29 из них – специалисты Центра фитосанитарной диагностики. В Аркалыке из запланированных 150 тысяч гектаров обследовано 59, обработано 20 тысяч. Айдарбек Сапаров встретился с владельцами крестьянских хозяйств и остановился на новых механизмах финансирования отрасли сельского хозяйства. В этом году на 400 миллиардов увеличили финансирование. Ежегодно было 140, сейчас будет 580 миллиардов. Если вы не участвуете в данной программе, можете участвовать не только через АКК. Сейчас решили и через СПК выдавать эти деньги, через областную СПК. Министр также посетил посевные площади в городе Аркалык. Глава крестьянского хозяйства Шаймерден Ибраев в этом году засеял 9 тысяч гектаров. Он отметил, что большую помощь оказывает государство. В этом году он приобрел новую технику. В этом году из-за погодных условий саранча особенно активна. Бороться с вредителями нам помогают специалисты самого разного уровня. Надеемся, будет результат. Отметим, что посевная кампания в стране полностью завершена. Проведены работы по посеву сельскохозяйственных культур на площади 24 миллионов гектаров. Айнура Муканова, Алексей Руденко, телеканал «Кустанай».